выставка для нашего города, в целом, как и в рамках страны, имеет большое, огромное художественное и историческое значение. В нашей стране 5 лет назад было создано Русско-Афонское общество, которое проводит большую работу по сохранению православия за пределами нашей Родины. И одним из таких центров является гора Святой Афон. И вот эта выставка, фотовыставка греческого художника Костаса Симиса, она насчитывает около 100 фоторабот.